Яблоня «Северный синап» относится к позднезимним сортам яблонь. Она была выведена Исаевым на опытной станции юных натуралистов путем последовательной семенной репродукции сорта «Кандиль Китайка». Прародитель северного синапа – синап крымский. Яблоня «Северный синап» – этот сорт рекомендован к выращиванию в регионах с умеренно холодным климатом, центральном Черноземье, нижнем и среднем Поволжье. Особая форма дерева стланцевая, способна произрастать в Восточной Сибири. Достоинства сорта – хорошая лёжкость плодов, десертный вкус яблок, высокая зимостойкость, быстрое вступление в плодоношение. Недостатки – большие размеры дерева на полнорослом привое, неоднородные по размеру плоды. Плоды и дегустационная оценка среднего размера – 110-130 граммов. Округло-конической формы. Покровный окрас яблока зеленый с буро-красным румянцем. Подкожные точки светлые и многочисленные. Мякоть белая со светло-мятным оттенком, сочная и сладкая, с приятной кислинкой. Имеет среднюю плотность и мелкозернистую структуру. Дегустационная оценка достаточно высокая – 4,3–4,4 балла. Урожайность высокая, достигает 150 кг со взрослого дерева. Зимостойкость высокая, до 35 градусов, лишь немного уступает антоновке обыкновенной. Устойчивость к болезням средняя. Этот сорт относится к частично самоплодным сортам, но без перекрестного опыления другими яблонями, приносит менее половины урожая от возможного. Для повышения плодородия ему нужны яблони-опылители, такие как антоновка, славянка, пипин шафранный. Наливающиеся яблоки окрашены в зеленоватые или желтоватые тона, в пору окончательного созревания покрываются приглушенно-красным румянцем, первым появляющимся на подставленных солнечным лучам боках. Мелкозернистая сочная мякоть средней плотности белоснежных оттенков иногда приобретает слегка зеленоватые тона. Невозможно не отметить превосходный вкус яблок этого сорта. Освежающий, яркий, кисловато-сладкий, с едва уловимыми пряными нотками и традиционным яблочным ароматом. Подмечено, что особенно красивыми плоды получаются, когда лето стоит теплое, а осень – с весьма существенными перепадами температур, высокими дневными и почти нулевыми ночными. Поэтому опытный садовод никогда не спешит со сбором урожая, зная, что снятые с дерева недоспелые яблоки не только не обрадуют вкусом, но и не будут храниться, быстро увянут. Северный синап – яблоня, плоды которой универсальны. Они одинаково успешно поедаются в свежем виде и перерабатываются во всевозможные десерты, напитки и консервы. Особый аромат зимние яблоки придают домашнему вину, а квашеная с ними капуста представляет собой замечательный укрепляющий витаминный салат. Плоды этого сорта достигают съемной спелости в период с начала октября месяца и до его середины. Яблокам, висящим на ветке, не страшны понижения температур до 0 градусов. И чем спелее будет плод, тем лучше станут его вкусовые качества. Яблоки, собранные недозрелыми, быстрее вянут при хранении и более кислые по вкусу. Для действительно хороших вкусовых качеств яблокам северного синапа нужна сумма активных температур не менее 2500–2700 Цельсия.